Я тут встречался с президентом, но это была его инициатива, не моя. И сказал, что долго говорить бессмысленно, надо взять программу «20 шагов» и прочитать ее. Я думаю, что, я сказал президенту, я думаю, что вы ее читали. Но, проехав столько регионов, могу только одно сказать, я об этом сказал президенту, что у общества огромный запрос на перемены. Люди хотят честности и хотят, чтобы их уважали, чтобы с ними считались, чтобы не врали, чтобы власть повернулась лицом к народу. Не к олигархам, которые становятся все богаче и богаче, а к людям, которые каждый день думают о том, как накормить детей, как дать возможность нормально жить престарелым родителям, как сделать так, чтобы их бизнес не захватывали и не рвали там правоохранители, чтобы в судах их защищали, а не защищали интересы власти. Это очень много чего. Но президент внимательно слушал реакцию, мы узнаем, наверное, позже, потому что главной реакцией все-таки является изменение экономического курса. Главной реакцией является изменение политической ситуации в стране, политическая конкуренция. Значит, работа со средствами массовой информации, они не могут постоянно врать. Это уже не журналисты, это пропагандисты какие-то. Но все это видят, и уже отвращение. Ну и, естественно, свободные, честные, справедливые выборы – это тоже главная задача власти. Обеспечение демократических каких-то процедур и исполнение Конституции Российской Федерации. Но мы на этом надеемся.